Вот, прошло первый эфир, прямой эфир. Ну, было волнение, конечно, это же прямой эфир, и все волновались. Ну, но я думаю, что я тоже хорошо выступила. Может быть, непонятно было, я не знаю, но я то, что могла, я все учила. И поэтому я извиняюсь. Маржан хан объявляет, кто останется в проекте. Татья Кобаладзе, Жован Жалгасрес. Маржан хан говорит, что вот Татья Кобаладзе, ну я не слышала, если честно, я из волнения, по-моему, уже вот отключилась музыка и не слышала ничего. Нет, я вот такая. Ну, я ожидала, конечно, что меня выберут, но что первое, вот это не ожидала. А вот такая радостная была. О, подготовка на следующий эфир. Классно. Они такие классные все. Вот мы не похожи друг на друга. Совсем не похожи. Трое очень сильные. Я думаю, что у них тоже много шансов есть. Вот я уже очень много конкурсов была. Я должен победить. Вот мама у меня в Италии, я не видела ее 4 года, по-моему, уже. И если я буду победительницей, первый раз то, что я сделаю, я прилетаю в Италию и очень обниму маму. Потому что она так поддерживает меня. Она эмигрантов сказала, что вот моя дочь вот там пост поставила, вот моя дочь там выступает, эмигранты, если хотите вы прийти, вот приезжайте, будем болеть за нее. Все пришли, там такое просто не отправляет мама видео, что смотри, мы смотрим тебя. Вот они такие счастливые просто там были, поддерживали меня. Я хочу сказать огромное спасибо всех эмигрантов, которые меня поддерживают. Я вас всех очень люблю. Спасибо, что вы поддерживаете мою маму. Татья, желаем тебе победы и желаем тебе успехов. Татья, ты должна обрадовать маму, которая из Италии поддерживает тебя. Oh, 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 oh
Сахнада өнер көрсеткен Татя Ковалаадзе. Жарайсыз, Татя. Керемет. Тәлімгерлердің пікірін білейік, Сәке Мырза. Ғажап деген сөз осы жерде айтылу керек қой негізі. Татя. Керемет, керемет. Мен әлемнің бір баласынан қорқам. Майра ханымның екі баласынан қорқам. Маржанның үш қызынан қорқам мен. Сол себепті бәсекелестікке өте қабілетті жоғары деңгейдегі үш қыз. Енді Маржанның нағыз қиналатын кез алда болайын деп тұр. Татя, сенің дауыс бояуың, орындаушылық шеберлігің, мына дауысындағы қуат бәрі ғажап, керемет. Рахмет. Рахмет, Сәке Мырза. Маржан ханым. Тамара Гварцители бұл әнді естіген болса, сіздің орындауыңызда, Татя. Грузинше қалай? Рахмет. Қалай грузинше? На грузинском. Мадлоба. 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 Мадлоба деп айтар едім. А мадлоба деп айтар едім. Өйткені шынайы өте әдемі. Негізінде Татя мен әнді таңдаған кезде бірден біз былай шешім қабылдадық. Міндетті түрде өз тілінде орында грузинше, өйткені бүкіл елге қызықты болады өз тілінде орындағаны деп. Әрине, елге танымал осы керемет. Енді біз арго деп білеміз. Арго өзінің бір басқаша бір ерекше бір бағытта орындап шықтың. Маған барлығы ұнады. Рахмет. Рахмет, Маржан ханым. Татя, сізге көп-көп рахмет. Олай болса, қошеметпен сізді сахна-сахнасына шығарамыз. Рахмет. Рахмет.